В городском округе Люберцы продолжается реконструкция Зенинского шоссе. Сейчас идут работы на участке со 2 по 3 километр. Строители уже расширили дорожное полотно до 4 полос и уложили нижний слой дорожного покрытия. Кроме того, проложен тротуар в сторону области. Построена ливневая канализация, установлены мачты освещения, выполнено переустройство светофорных объектов. Идет активная подготовка к строительству моста и дорожной развязки. Завершение работ запланировано на конец 2019 года. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.